Секунду. Все, можно, можно. О, Джимми, ты дома? Ага. Я тут шел мимо твоей комнаты и неожиданно подумал, надо же, как давненько я не болтал со своим сыном по душам. Ага. О, я чуть не забыл, я тут прикупил журнальчиков. О. Раскрой, если хочешь, главный разворот. Вот это женское тело. И здесь, как видишь, выделены груди. Они используются в основном для кормления грудных детей, а также для любовной прелюдии. Отлично. Вот это Хастлер. И это более откровенный журнал. Как видишь, здесь больше внимания уделяют паховой области. Ага. Области половых органов. Угу. Посмотри на выражение ее лица. Видишь, что она делает? Она как будто смотрит тебе в глаза, говоря: «Эй, балбес! Эй, хочешь меня?» Видишь? Да. Шейвет. Журнал, с которым я не очень знаком. Ну, опять-таки, разверни его в центре. Раскрыл? Ну, ты видишь деталь, крупно снятую на этой большой картинке. Mm-hmm, да. Она похожа на какой-то тропический фрукт, типа того, покрытый влагой. Да. Ты знаешь, что такое клитор? О, боже. Боже, да, тут не при чем. Я знаю, что знаешь, такое клитор. Знаешь, ясно. Да. Хорошо, что знаешь. Я забыл, что ты у меня чертый калач. Я читал учебники по биологии. Мне не надо, чтобы ты тут сидел и рассказывал. Я хотел избавить тебя от возможных проблем. Слушай, прости меня, ладно, извини. Нет, это ты прости, я виноват. Извини. Не надо было пороть горячку. Знаешь, давай мы и так поступим, Джим. Я просто оставлю эти журналы здесь для тебя, чтобы ты иногда листал их на досуге. Стой! Ну, это лучше носка. Ну, ладно, вот и поговорили. Да. Увидимся за ужином. Да, за ужином.